Здравствуйте. Я снова о том, как мы путешествовали в машине времени, в прошлое, к тому поступку, который хотели бы изменить. И мы как будто сопутствовали себе тем, которые тогда были, как ангел-хранитель, чтобы поправить свое поведение. Один мужчина очень решительно и дельно сказал, что он возвратился в прошлое, поправил все, что там надо... Поправить говорил он так э, весомо, убедительно, так логично, что было совершенно понятно, что никуда он не путешествовал, что он все здесь сочинил. Сделал вид, что он куда-то пропутешествовал, не получил никакого нового опыта, ни с каким собой не встретился, не вступил ни в какой конфликт со своим прежним опытом. Он просто имитировал возвращение к своей памяти. Ну, оказывается, что имитация-то гораздо проще, только она не дает никакого факта, никакого события, ничем тебя не обогащает и никакой радости не приносит, в отличие от того, что вот мы прежде говорили о девушке, которая прям вся светилась, хотя ничего там и не изменила. Всего доброго.